Комик, у нас уже есть целых 15 тысяч чипов! И что? Это же очень мало, нам даже не хватит ни на какого агента! Хотя погоди, там вроде была спикер-вумен за 15 косарей! Чуваки, может мы прямо сейчас ее купим? Комик, ты дурак что ли? Давай лучше накопим на спикер-пак и потом его заберем в магазинчике! Окей, как скажешь! Ха-ха, Комик, сейчас ты будешь приятно удивлен! В смысле? Что сейчас произойдет? Че ты Катик задумал? Комик, смотри! Тебя ждет новенький сюрприз! Какой еще сюрприз? Нас просто ждет какой-то новый босс? Чего, блин? Босс ученый! Комик, я слышал то, что его вообще невозможно убить! Да не знаю, мне кажется, что... Ничего невозможного нет. А с какого фига он меня вынес просто за одну секунду? Ха-ха, Комик, я же говорил, этот босс вообще нереальный. Мне кажется, ты можешь целый час здесь играть, а вынести его все равно не сможешь. Окей, вызов принят. Комик, дай я попробую. Мне кажется, у меня сейчас получится. Нужно просто сначала немножко побегать и потихоньку его дамажить. Окей, давай посмотрим. Я так понимаю, то, что у него есть разные атаки, потому что сейчас только что была какая-то странная звуковая волна, которая могла просто нас вынести. Да, Комик, и тебе желательно близко к нему не подходить. Пока что Борис вроде бы все делает правильно. Молодец, еще чуть-чуть. Комик, смотри, у него уже 21 косарь жизни. Когда у меня стало 600 хп? Походу, он тебя немножко надамажил. Окей, здесь есть еще какой-то страшный красный луч, еще и желтый. Какой из них сильнее, я даже не знаю. Комик, я бы тебе вообще не рекомендовал с ним связываться. Можешь просто спокойно удалять эту игру. Ну уж нет, нифига подобного. Сейчас мы с Борисом точно сможем ее пройти. Борис, беги! Комик, я стараюсь. Да блин, он меня опять загасил. А у нас реально были все шансы. Кажется, я знаю, что нужно сделать. Нужно чуточку прокачаться. Борис, ты что, хочешь потратить все наши чипы? И походу он прямо сейчас начал это делать. Да, Комик, мы должны стать намного сильнее. О, 100-й уровень будет достаточно. А я решил то, что мы потратим еще немножко наших чипов, пусть будет 110-й левел. Комик, ну ты бы хоть это, здоровье что ли еще прокачивал? А то он получается какой-то слишком слабенький. Окей, пусть будет 50-й уровень здоровья, но все-таки нам больше важен урон, поэтому еще чуточку его прокачаем. Комик, блин, мы потратили все наши чипы. Надеюсь, сейчас мы его вынесем. Я думаю, что у него просто нет никаких шансов. Я погнал в катку, и сейчас я его размотаю. Ха-ха-ха, Комик, ты же понимаешь, что этого сейчас не произойдет. И ты сейчас продуешь. Окей, это мы сейчас посмотрим. Он появляется просто из ниоткуда. Только почему-то здесь нет никакого черного дыма. Это очень странно. Очень странно будет, если мы сейчас продуем. Но я, конечно же, намерен выиграть. Молодец, Борис. Стоп, мне показалось, или я только что снес ему косарь хп, а у него убавилось целых 2 или 3 тысячи. Не, Комик, это какой-то фейк. Тебе показалось? Стоп. Мне сейчас тоже так показалось. А, блин, только он по нам тоже нанес немножечко дамага. У нас осталось меньше половины хп. Комик, сейчас у нас точно есть все шансы. Смотри, у него осталось всего лишь 12 тысяч. Это будет изи. А что ты проиграл? Да просто я не ожидал то, что он так быстро использует свою атаку. А у Дефактбума есть небольшая проблемка. Ты офигел, что ли? У него нет никаких проблем. Да нет, Борис, подожди, ты не понял. Просто Дефактбум очень долго бьет свою атаку. И что? И пока он наносит свой удар, я не могу отойти от ученого. Комик, так это же хорошо. Это значит то, что вас намного быстрее вынесут. В этом нет нифига хорошего. Я опять, блин, продул. Ха-ха-ха, ору. Я же говорил то, что у тебя не получится его выиграть. Нифига подобного. Я так просто точно не сдамся. Сейчас я пока что со всеми вот этими маленькими туалетами разберусь. А потом мы пойдем выносить этого ученого. Комик, он меня уже тоже достал. Ха-ха, а я вообще угораю. Вы такие нубасы, даже не можете его пройти. Мне вообще кажется, то, что это самый сложный босс в игре, и его убить реально не так уж и просто. Ага, это ты правильно подметил. Он вообще какой-то жесткий. Блин, сразу мне половину хпшек снес. Давай, Борис, играй очень аккуратно. Ты добил, что ли? Комик, сори, я случайно. Как-то, походу, слишком близко к нему подошел. Окей, этих туалетов мы сейчас просто смоем обратно в землю и пойдем еще раз разбираться с этим ученым. Какая это уже попытка? Ха-ха, Комик, я не знаю, мне кажется, где-то сотая. Но я вам реально говорю, вы сегодня пройти его не сможете. Нет, погоди, нужно просто придумать какую-то тактику. Я, в принципе, понял, что нужно делать. Нужно быстренько к нему подбегать и всего лишь одну тычку наносить, а после этого сразу же отбегать. И так у нас будет намного больше шансов. Комик, да это же просто гениальная тактика.
Правда, жизнь у нас осталось маловато. Но вроде все получается хорошо. Ага, Борис, у него уже 11 тысяч хп, и я на всякий случай еще раз отойду, и еще раз его надамажу, и снова убегу. Смотри, у него уже 5 тысяч жизней. Прям сейчас мы его размотаем. Я Кубик, не убивай его. Пожалуйста, тебе что, сложно, что ли? Пусть он еще разочек тебя выиграет. Нифига подобного, я его прямо сейчас добью. 2000 хп. Да вы дебилы, что ли? Кубик, спасибо, что прислушался. У него осталось 2000 жизней. Это вообще, блин, что за фигня? Его вообще реально уничтожить или нет? Я думаю, да, Кубик. У нас же почти получилось, только чуть-чуть не получилось. Стоп, Кубик, а что ты делаешь? Я просто себе тачку прокачиваю, отстань! Что, блин, не понял, какую еще тачку? Все равно, блин, нифига не получается вынести этого ученого. И в это время я решил немножко прокачать свою бэху. Воу, нифига себе, а ты где ее взял? В одной бесплатной, очень интересной игре про Россию. Ого, здесь что есть, настоящие тачки, прям как в реальной жизни? Я тебе даже скажу больше, здесь ты можешь стать кем захочешь. Либо работать в такси, либо в настоящей полиции. Ого, я уже хочу поиграть вместе с тобой. Блин, а если меня поймают, это что, значит я настоящий бандит? Ну да, я ведь уже сказал, что ты можешь стать кем захочешь. Кубик, а как же называется эта игра? Ладно, так уж и быть, я тебе скажу, я играю на Барвиха РП на первом сервере. И у тебя, наверное, есть свой промокод? Конечно, если ты ведешь промокод хэштег Кубик, ты сможешь получить деньги и настоящую бэху. Заходи скорее в эту игру, я уже тебя жду. Тем более, что играть можно в машине. На улице и даже в школе. Но с этим бы я был немножко поаккуратнее. В общем, я надеюсь, ты все понял. Ссылка на игру есть внизу в описании под видео. Скачивай ее за пару кликов. А мы погнали добивать Скибиди ученого. Кубик, получается, что в этом видосике вы, походу, реально не сможете его вынести. Мне кажется, что мы здесь надолго. Нифига подобного. Еще одна попытка, и я его точно размотаю. Главное просто действовать аккуратно. Опять не повезло. Почему иногда этот желтый луч вылазит через время, а иногда просто в ту же секунду? Смотри, у него уже половина жизни. А это значит то, что мы опять проиграли? Не, это точно какая-то дичь. Давай мы сейчас просто попробуем поменять агента. Возможно, дело именно в нем. Кубик, ты что, думаешь, вот эта вот камера вумен с ним справится? Ну смотри, я, конечно, понимаю то, что у нее намного меньше жизней, намного меньше урон. Но? Но зато у нее намного быстрее атака. Пока Дефак Бум делал одну тычку, я думаю то, что за нее можно ударить несколько раз. И самое главное, что можно вовремя отбежать. С лучом мне в первый раз как-то не повезло. Ха-ха, это ты правильно подметил. Ну и мне вообще кажется, что она сейчас все равно продует. Это мы сейчас, конечно, посмотрим, но мне кажется, что ты ошибаешься. Я на всякий случай подальше отошел, а то вдруг сейчас опять появится этот желтый луч смерти. И сейчас начнем его выносить. Блин, можно было еще парочку секунд постоять. Кубик, так давай сейчас попробуем постоять. Блин, и сразу луч заспавнился. Ладно, хоть мы успели от него убежать. Так, у него есть 22 тысячи жизней. А у тебя всего лишь 2 козыря. Кубик, это ГГ. Ой, он тебя опять вырубил. Чё ты ржешь, дебил? Это вообще, блин, не смешно. Я уже просто бомбит. Кубик, меня уже тоже все трясет. Чё за дичь? Если я сейчас проиграю, я даже не знаю, что я с собой сделаю. Поздравляю, Борис, ты продул! Короче, ну его нафиг, возвращаем обратно Дефак Бума. У него шансов было чуточку побольше, и давай еще его немного прокачаем. Кубик, это не поможет. А я думаю, что еще как поможет. Смотри, у него 21 косарь хп. Я, конечно, сейчас специально стоял, чтобы он меня нанес урон, но, блинский, блин, нужно бежать. Успел, смотри, 9000, остается еще совсем чуть-чуть. Давай, еще 2 удара, и я его сейчас добью. Главное вовремя отойти, и походу ему сейчас будет... Хана! Мы все-таки это сделали! Кубик, почему мы сразу его не прокачали? Я не знаю, Борис, но это было капец как хардкорно! Сколько времени мы пытались его убить? Ну, дай посмотрю! Кубик, мы играли больше часа! Чего, блин, серьезно? Больше 1 часа мы проходили всего лишь один уровень? Зато следующие уровни вообще будут на Эни! Стоп, погоди, а мы ведь раньше, когда проигрывали, нам давали по 25 чипов. А сейчас что, такого нету, что ли? В смысле? Не понял! Ну смотри, мы только что умирали просто какое-то бесконечное количество раз в прошлом уровне вместе с этим боссом, и нам ни разу не давали чипы. А это вообще законно? Кстати, реально, чипов же никаких не было!
Перемотай видосик, пересмотри. А я тоже помню, что до обновы нам давали чипы за поражение. Походу, это теперь убрали, и чипов мы будем получать чуточку поменьше. А я все никак не перестану смотреть на эти анимации Дефанг Бума. Капец, у него реально очень крутые суперспособности. А вы заметили, что только что у нас было два одинаковых босса? Это как вообще работает? Воу, реально что ли? Нужно срочно перемотать видосик и это пересмотреть. Ну а мы пока что выиграли очередную катку. Стоп, чуваки, а вы помните, что мы планировали сегодня сделать? Блин, я уже с этим ученым даже на самом деле немножко забыл. Мы вообще-то хотели купить новеньких агентов. Мы вообще сегодня это сделаем или нет? Кубик, для этого же нужно очень много чипов. Ну так я сейчас играю, пытаюсь их нафармить. Так есть же способ нафармить их намного быстрее. Мы можем просто зайти в открытый мир. И там просто залутаться! Кстати, Борис, это же гениальная идея! Почему я сразу об этом не догадался? Ха-ха, наверное, потому что ты настоящий нубас! Знаешь, Сума, мне кажется, то, что это ты, настоящий нубик, потому что ты болеешь за скиминистов! Ты посмотри, как Дефаг Бум их выносит, как он круто танцует! Если вам нравятся танцы Дефага, поставьте лайк! И если ты думаешь, то, что Сумен настоящий нубасина, можешь тоже поставить свой лайкосик! Посмотрим, сколько нас таких людей! Не ставьте лайк, вы офигели, что ли? Я не нубасина! Я вообще красавчик! Я думаю, ты понял, что нужно сделать. Ну а мы погнали сразу же выносить очередного ученого. Вот его будет вынести вообще очень легко. Он просто зассал и сгасился. Вот бы предыдущий большой ученый, который в версии 2.0, также убежал бы. Не, Кубик, не дождешься! Кубик, сейчас вроде у нас должен быть новый босс! Мне вообще кажется, то, что я уже видел абсолютно всех скибинистов, и меня сейчас точно не удивить. Стоп, а... это что там еще за туалет за такой мигающий стоит? Кубик, это еще один новый скибидист! И поздравляю, ты сейчас продуешь! Это еще с какого фига? Стоп! Это что, астротуалет что ли? Нифига себе, как он быстро двигается! Я... а как я сейчас продул? Кубик, я тоже не понял! Ты вроде не вставал на его траекторию! Это было очень странно! Да это вообще была какая-то дичь, я нифига не понял! Кубик, да я разочек сыграю и покажу тебе, как нужно тащить! Окей, Сёма, надеюсь, ты хотя бы не зафейлишься! Нет, конечно, смотри! Я просто знаю, как нужно обманывать этого скибидиста! Нужно не вставать на его полоски, и тогда ты точно выиграешь! Гениально, Сэмэн! До этого на самом деле и я тоже догадался! Да? А что ты тогда проиграл в первый раз? Поэтому давай, не выпендривайся нафиг. Да там просто что-то залагало. И вообще, это было какое-то совпадение. Не, Кубик, это все значит то, что ты настоящий нубик в скибиди-туалете. Ой, а сам-то, блин, лошара, даже играть не умеешь. Ах так, да, играть не умею. Окей, сейчас я тебе покажу, как я не умею играть. Просто стоим на месте и проигрываем. А это сейчас... чё только что было? Так чё, на меня Борис выпендриваться начал? Вот я и решил вам катку заруинить! Дебил, блин! Мы уже могли пройти в следующий раунд, а ты просто взял и на последних секундах зафейлился! Ну а чё, будете знать, как меня обижать? Я потому что не нубасина! Кубик, теперь я точно уверен, что этого Сэмэна нужно нафиг выкинуть с канала! Ты понимаешь, что он нам только мешает? У меня на самом деле уже тоже появляются такие мысли, и я в комментариях все больше и больше вижу. Поэтому, Сэмэн, мне кажется, ты очень скоро доиграешься. Блин, Кубик, сори, я просто... Да давай ты меня выкидывать не будешь, что тебе сложно что ли? Вот смотри, какие веселые видосики получаются. Ага, блин, вообще веселье на все 100%. Если бы Сэмэна с нами не было, мне кажется, что мы бы уже разблокировали абсолютно всех персонажей, и нам бы точно никто не мешал. Не, Кубик, я вам наоборот подсказываю, как нужно играть. Без меня вы бы вообще слились уже давным-давно. Ага, я так и подумал. Вот сейчас только что играл я, и катку сразу же затащил. Поэтому ты вообще нафиг не выпендривайся. Вот именно, Сэмэн, лошара. А мы придавили очередной тубзик. И мне, кстати, капец как нравятся эти новые карты. Кубик, они выглядят вообще очень стильно. Да, прям так же, как этот агент Дефаг Бум, который может сальтухой вынести туалетов. Это было реально очень жестко. Да, а что ты скажешь против этого скибидиста? Кубик, он же вас сейчас вынесет, да? Только его только что подняли наверх. Это сделала рука Дефака. Вау, это было круто. Стоп, Кубик, а ты не забыл про мой совет? Мы же хотели купить персонажа, а для этого зайти в открытый мир. Блин, Борис, на самом деле немножко про это забыл. Окей, прямо сейчас это сделаем. Сейчас только погоди, катку эту доиграю. Давай, давай, погнали сразу фармиться. А почему мы пошли?
прошли дальше? Ха-ха, чуваки, это я просто решил еще один раунд сыграть, но вы же не против? Смотрите, какие здесь боссы крутые, и какие крутые танцы у Дефак Бума. А еще у него есть очень крутая ульта, с помощью которой он просто сжег этого скибидиста. Опика, вот это мне на самом деле уже не очень понравилось. И то, что моего туалета еще немножко прибили. Да так этим твоим туалетом и надо, я бы вообще их точно так же всех сжег и смыл в унитаз, потому что они меня просто достали. А я бы его разновил, так же, как только что расплющили Тубзика. Ну а сейчас погнали сыграем в открытый мир. Кубик, у нас всего лишь 3000 чипов. Да уж, мы так долго играли и нафармили всего лишь 3 косаря. Зато сейчас нафармимся еще намного больше. Погнали тащить. Я думаю, ты помнишь, по какой тактике нужно играть. Выносить только больших туалетов, на этих мелких можно вообще не обращать внимания. Сейчас, подожди, еще соточку золотая и сразу же погнал. Пока меня не вынесли. Будем вырубать только больших тубзиков и сразу будем перезаходить, чтобы еще раз зайти в открытый мир и нафармить еще больше чипов. 1 час спустя. Югу! У нас уже целых 17 тысяч! Капец! Мы играли просто целый час для того, чтобы их нафармить, но зато сейчас у нас появится новенький персонаж! Опик, ты что, все-таки хочешь купить спикер вумен? Тебе же в комментах писали, что нужно лучше купить какого-нибудь титана. Ну ладно. Мне пофиг, я хочу поиграть именно за этого нового агента, потому что у меня в целях есть купить абсолютно всех агентов в этой игре. Кубик, мне кажется, это будет очень долго, но с подписчиками мы точно это сделаем. А пока что посмотрим, какие способности есть у этой спикер-вумы. Нифига себе, она их что, убила своей колонкой? Походу да, нифига себе она мощная, но моего туалета все равно убить не сможет. Да потому что он все равно косой, нам нужно всего лишь продержаться 30 секунд, и тогда мы его на изи размотаем. Кубик, эта ванна вообще реально какая-то нубасовская. Прям такой же нубик, как и СМН. А сейчас вообще-то обидно было. Я не понял, ты что, быкануть решил, да? Ну-ка, успокойтесь, подождите, можете меня хотя бы секунду не отвлекать? Я, блин, за вас только что чуть не продул. Кубик, погоди, а я не понял, что она своим ножиком делает? Ну-ка, давай посмотрим. Сейчас мы должны просто повнимательнее это рассмотреть. Она, походу, с помощью своего ножа его затыкала. Не, Кубик, погоди, там какая-то другая анимация была. Мне показалось то, что она как будто бы его кинула или что? Блин, нужно будет сейчас повнимательнее рассмотреть. Но, походу, этим ножом она сносит капец как много урона. Ага, она смогла вырубить босса просто с помощью одного ножика! Давай теперь посмотрим, сможет ли от нас убежать настоящий ученый. И я думаю, что нифига подобного. Я специально сохранил нашу колонку для того, чтобы она сейчас ее использовала. И мы сразу же его догнали. Ой, походу, она использовала ее как-то слишком долго, и он уже успеет выпускать следующие вирусы. Это очень плохо. Ха-ха, Кубик, доктор от вас просто сгазился. Это было изи. Да уж, у нее самой осталось 460 кп. Как она вообще осталась в живых? Я не знаю, но все-таки она капец какая мощная. Ага, только она даже туалета своей колонкой добить не смогла. Там у него осталось 15 хп. Че за фигня? Да это все потому, что она нубасина. А как она только что так быстро вынесла? Так мы же тебе сказали, то что ее вот этот вот ножик наносит капец как много урона. Ага, он реально капец какой мощный. Давай еще раз затестируем. Вау, Кубик, она реально выкинула свой ножик. Я думаю, то, что вы это заметили, и это было капец как круто. Блин, а прикинь, если бы она использовала сразу несколько ножей. Какая бы она была крутая. Мне кажется, то, что со всеми туалетами она бы разбиралась просто за полсекунды. Но пока что мы знаем, что она даже не всех с первого раза вынести может. Только лишь своим ножиком и выносит. Ну и какая нафиг разница? Главное, что у нее все успешно получается, и ваши туалеты просто все проигрывают. Вот именно. Они точно настоящие нубасы. У нас на очереди новенький скибиди туалет из 62 серии, как вы мне писали в комментариях. Ну а мы все-таки идем к нашей цели. Нафармить абсолютно всех агентов. Кубик, я думаю, что мы скоро это сделаем. Я в этом уверен на все 100%. Главное, чтобы ты прямо сейчас поставил свой лайкозик. А у нас на очереди сейчас будет новенький босс. Но давай мы все-таки еще раз поиграем за Дефак Бума, потому что он намного круче. Кубик, а зачем нам тогда вообще покупать других агентов? В смысле зачем? Я думаю, то, что мы просто обязаны пройти всю эту игру полностью. Давай посмотрим, кто из скибидишников у нас будет прямо сейчас. Воу, это что, тот самый с кислотой? Да, Кубик, я уверен, то, что ты сейчас продуешь. Нет, я не продую, потому что сейчас играет Борис. И я намерен выиграть этого туалета. Кубик, ему сейчас будет хана. Блин, Кубик!
Как он меня вынес? Потому что не нужно было вставать на его кислоту, дебил! Окей, придется как обычно все делать самому. Ну все, Кубик, сейчас ты проиграешь. Ха, я в этом уверен. Окей, Сёма, я тебя понял. Я здесь проигрывать не намерен. Мы просто стоим с одной стороны. Когда он начинает плеваться, мы выходим в другую. И прямо сейчас... Да, блин, а чё по мне... Я же не стою в кислоте! С какого фига по мне проходил урон? Я же говорил! Ой, Кубик, ты вообще смешной! Не, погоди, эта тактика на 100% рабочая, просто, возможно, я сделал что-то не так. Ну вот в этот раз он кислотой на меня не плюнул, у меня, конечно, осталось половина жизни, но все равно сейчас-то мы его добьем. И второй раз заплевать меня он точно не успеет, и, как ты понимаешь, плюс 500 чипов у нас в кармане. Это было вообще на изи! Опа-на, Кубик, смотри, опять ученый! И вы сейчас опять продуете, я в этом уверен. Не, Сёма, ты что, дебил, что ли? Это же обычный нубский ученый версии 1.0. С ним справиться у нас не будет вообще никаких сложностей. Вот именно, тем более, что он уже сгасился. А мы все туалеты смыли в землю! Это было очень жестко! Ну а наш путь ко всем агентам в этой игре продолжается! И если ты не хочешь пропустить, как мы нафармим абсолютно всех агентов... Прямо сейчас поставь лайкосик на это видео, не забудь подписаться на канал, ну и конечно же глянуть следующий видосик, который здесь уже появился! Я вообще не понимаю, чего ты ждешь, нажимай на него скорее, пока наши жизни прокачиваются!